Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал. С вами, как всегда, Александр. Сегодня у меня будет немножко необычное видео для моего канала. Вот. Дело в том, что недавно мне жена попросила сделать для ребенка бизи-борд. Сейчас видео будут фотографии, там посмотрят, что это такое. Собственно, это развивающая доска для ребенка. Ну, отсюда и название бизи, по-моему, по-английски что-то вроде как заниматься. И борд-доска, то есть доска для занятий, как-то так вот. Вот, и жена попросила, собственно, такую сделать для своего ребенка. И в этом видео я поэтапно буду показывать, как я буду доску делать. Ну, начнем с того, что уже я кое-что сделал. Вот, собственно, сама доска. Обычно делают из толстой фанеры, но у меня в наличии фанеры не было, а покупать целый лист я не стал. Лист он где-то 1,5 на 1,5, или 1,20 на 1,20 м. Вот. Взял я, у меня был лист деревостружечной плиты, взял ее, отрезал, и был лист фанеры. То есть отрезал, вот, и одну на другую приколотил. То есть, ну, все хорошо, ровненько обрезал. И стало, в принципе, ну, суть стала та же, да. Вот. Также фанеру уже немножко обшкурил. То есть, ну, чтобы она была гладкой, чтобы ребенок не занозил себе пальцы. Вот. Ошкурил лицевую сторону и с торца. То есть края тоже все уже обработал. Также уже сделал дверки вот такие вот. Жена тут уже что-то приклеила, там покрасила. Тоже они из древостружечной плиты. Дверки будут где-то вот, не знаю, может быть вот так вот. Вот еще одна поменьше. Вот, будут такие вот дверки. По периметру, скажем так, да. Вот, и к ним буду приделывать там вот уже что-то прикупил. Вот такой вот, например, не знаю, как-то не шпингалет, ну, поняли, что это, да. То есть будет вот как-то вот так приделываться все это. Также вот замок прикупил. Будет все это на замочек. Например, вот такой вот шпингалет. Его, кстати, не покупал, он у меня уже был. То есть что-то я полазил, у меня уже что-то было. Вот. Также будет стоять выключатель. Вот такой вот его я купил в магазине, по-моему, в Кенгуру. Такая вот розетка. Она у меня уже была. Еще вот такого типа розетка тоже уже была. Сюда, значит, будут вставляться различные кабеля. Ну, в смысле вилки. Разные попробую вставить. То есть вот такая вот будет евро. То есть вот приделаем. Также вот такой вот. Такая вилка есть. Тоже приделаем. Потом вот такую штучку покупал. Купил в фикс прайс. То есть ребенок будет нажимать, и она будет светиться. Такого плана розетку, это для телефона, тоже, кажется, ребенка будет прикольно вставлять ее. Что у меня еще есть? Вот такую ручку прикупил в мебельном. Такую вот. Что еще? Вот такой вот шпингалет. То есть все это будет делать, все это ребенок будет открывать, закрывать, ему, ну, как бы развивать мелкую моторику и учиться обращаться с подобными вещами. Это будет, ну, я считаю, достаточно прикольно ребенку. Ну, по крайней мере, вот те же видео в Ютубе смотришь, дети с удовольствием занимаются в этой доске, на этой доске. Также вот такой вот звонок. Вот такой вот шпингалет. Тоже куда-нибудь приделаю. Не знаю, еще вот, возможно, тоже в фикс-прайсе купил вот такие вот часы. Возможно, тоже куда-то приклею. Посмотрим, хватит ли, если места. Ну, также были вот такие вот петли куплены для, собственно, для самих вот этих вот дверок. Ну, еще там кое-что есть. Все уж показывать-то совсем не буду. Вот, например, еще вот сделаю вот, разрежу, приделаю такой вот карабинчик тоже, чтобы ребенок расстегал, застегал. Посмотрим, еще это не окончательные, так скажем, мои мысли. Посмотрим, куда выведет меня моя фантазия, меня и моей жены, и что в итоге получится. Ну, вот пока вот в таком духе, то есть вот пока что я вот так вот уже накидал, и дальше мы
Точнее, вы будете наблюдать, что у меня из этого всего получится. Мне тоже очень интересно этим заняться, так что ждите продолжения. Не знаю, может, я одним видео выложу, как у меня все это получится, то есть как пойдет. Может, одним видео выложу нарезку, просто сделаю, может, частями, смотря сколько я наснимаю. Сам процесс снимать не буду, буду показывать только частями, потому что снимать и что-то делать достаточно неудобно. Вот, ну, пока прервусь.